Говно. На лето меня отправили к бабушке в деревню, ну и за мой приезд мы с друзьями, Саней и Семеном, решили бухнуть. Купили водяры, пришли на хату к Сюме и нахуйрились. Время 12 час ночи и мы пошли гулять, гуляли и Сёма предложил пойти покидать камни в крышу одной злой бабки, которая пиздец как всех бесила, в том числе и нас. Каждый взял по камню и мы начали наше веселье. Первый кинул я, второй кинул Саня и третий кинул Сёма, и этот косоглазый еблан умудрился промахнуться по крыше и попал в окно и разбил его. Как оказалось, у этой бабки гостил ее сын, он выбежал из дома и начал орать, естественно мы сразу же побежали, но он кинулся за нами. Бежим мы, значит, и Сёма кричит, что типа надо бежать через школьные огороды, там можно в яме спрятаться. Тем временем бабкин сын от нас не отставал и кричал вдогонку: «Поймай, убью, пидорасы». Добежали мы до школьного забора, перепрыгнули его и видим, что впереди та самая яма, я крикнул Сёме: «Она глубокая», он ответил: «Нет, не глубокая». Добежали до ямы и прыгнули в нее, как оказалось, это была использованная туалетная яма, наполненная до краев дерьмом. Бабкин сын потерял нас из виду и ушел домой. Мы вылезли из ямы все в говне, проблювавшись мы с Саней отпиздили Сёму и скинули его обратно в яму, еще немного проблювавшись мы с Саней пошли отмываться на речку от говна. От нас еще неделю воняло говном, но зато мне это лето запомнится навсегда. У меня был в школе одноклассник, который на первых уроках срал себе в штаны, чтобы его отпустили домой. Приходя домой, он играл PlayStation. Сверхразум. Подумал, может, тоже проканает, но нихуя, отхватил пиздюлей за обосранные штаны. Парень 15 лет. Пришел в качалку в первый раз. Одновременно со мной качался какой-то мужик. Я, решив повыебываться, одел себе на штангу два блина по 20 килограмм. Я не выдержал и уронил ее себе на живот. И пирднул этому мужику в лицо. Он сделал вид, что ничего не было. А потом молча ушел. Девушка 17 лет. Сидели у парня в гостях, и чихнув я обосралась под предлогом, что мне плохо, съебалась домой стирать обосранные трусы. Парень 16 лет. Было это 4 года назад, поехали с родителями к родственникам в Челябинск, а в итоге на их дачу, дабы пожарить шашлычков и так далее. Мне на тот момент было 12 лет, туалет у родственников был на улице, а на ночь они оставляли на кухне какую-то бутылку и вот в нее предполагалось ссать. Проснулся я ночью, иду на кухню, еще темно, видно плохо. Смотрю, бутылка какая-то, ну я и нассал в нее. Как закончил, почувствовал бумажку на бутылке, и оказалось это масло подсолнечное. С утра тетя приготовила рожки, и только попробовав их на вкус, сразу понятно стало, что они на том самом масле. Съел всю тарелку, как и все родные. Добавки просить не стал, как заметили родные, рожки с горчинкой.